Здравствуй, с вами дядь Гоша, и мы играем в... Как-то игра-то называется, правильно? SimCity, детка, это SimCity. От А до Я. От Мы до Вы. Ну что ж, земля радости. Земля обетованная для маленького геймера. Из маленького городка маленькой страны. Так, да, мы там строим аэропорт, мы там богатеем за счет жадности людей, которые играют в казино, и алчности. Класс. Все как всегда. Ну что у нас тут? Все чики-пуки. В нашем городе все идеально. Давайте посмотрим в первую очередь на наш аэропорт. Да, конечно же, он не построен. Наверняка тут этот баг все равно остался. Я даже не знаю, как его характеризовать точно. Но суть в том, что ресурсы есть, но они как-то непонятно доставляются. Точнее, они как-то непонятно не доставляются в аэропорт. То есть, вот как-то они тут, может, изредка что-то там, может, и доходит. Но что-то уже, я не знаю, сколько времени прошло, но видите... Все тут в нефти, все тут вот в этих всяких штуках. Мои мэны вот так уезжают, тут вон туда вот в город, оттуда выезжают, возвращаются в город. Некоторые поворачивают, здесь разворачиваются, либо сюда едут, либо вот туда. И снова все повторится. Как старь, аптека, улица, фонарь. Я вот что думаю, может быть это часть связана с загруженностью на дорогах. Потому что, ну сейчас еще более-менее, но скоро тут... Игра наберет обороты, и вот эти мракобесие будущего, оно тут заполнится. Да, ух, тут, кстати, какая-то музыка там играет космическая. Такой вот шлак будет в будущем слушать. Что-то они не очень весело, по-моему, время проводят. В восторге от звуков и освещения. В восторге от звуков и освещения. Ну, там, наверное, какие-то звуки, которые на мозг действуют. Видите? Конкретно колбасит, вы видите, как они ускоряются. Просто Майкл Джексон и всякие цолочки. Здесь, кстати, 100 человек. Немного. Ну ладно, они приносят доход. Там только самые богатые люди вселенной тусуют. А нам тем временем надо, знаете что? Нам надо бы построить вот эти всякие новые финтифлюшки за Омега Ко. Исследование Омега. Так, Омега хочет помочь. В общем, нам надо будет сырая нефть. И нам надо будет сырой руды запасаться. И... О, кстати, он не очень много-то и занимает мест. Небось, недовольство порождает дичайшее. Но, знаете, когда вы столько зарабатываете денег на жадности людей, то вам без разницы на их недовольство. Так что... Так, слушайте, смотрите, здесь ветер учитывается. Это значит, что... Так, там никого нет, это хорошо. Но суть в том, что этот ветер будет... Ну, в общем, когда ветер есть, значит, какие-то тут напряги с экологией. Кто бы нам их воткнуть? Это у нас что? Это у нас сварка мусора. Сварка мусора, да. Мы тут свариваем мусор в большие кучи. И потом их измельчаем. Вот в этих вот суперсовременных измельчителях. И делаем из них вторсырье. Да, здравствует будущее. Так, а здесь у нас центр по переработке отходов. Это тоже крутая штука. Так, здесь у нас какие-то здания. Здесь у нас... Последний остался термоядерный реактор изучить. И все, и мы тут закончили. Но пока что... Ух ты, у нас люди-то довольны. Довольны люди. 135 тысяч. Так, должны ознакомиться с омега-чудом для производства. Омеги необходим завод. Ладно. Куда бы нам его воткнуть? И от чего бы нам избавиться, чтобы его воткнуть? Ну, походу, у нас мест не так-то много. Не пойму, создает он, ну, непорядок или не создает? Вроде не создает. Ну, в принципе, чё? Здесь, наверное, если чё... В принципе, чё? Здесь мы, если чё, сможем потом это дело уничтожить. Я немножко отошел от дел, поэтому... Могу тут немножко тупить. О, классное здание, кстати, вообще. Такой треугольник. Треугольник всевластия. О, кстати, по-моему, здание разрушить надо. Но надо все равно понять, куда нам ставить. Чтобы свой город еще не загрязнять при этом. Да, вот здесь было бы, конечно, неплохо где-нибудь воткнуть. Недалеко от туристов. Не знаю, вот мне кажется, он вот тут встанет вообще. Если постараться.
Как вы считаете? Надо будет парк только уничтожить. И все будет чики-пуки. Давайте его уничтожим. Вау, нифига ж себе, да тут большое здание и высокая прибыль. Так, давайте там внизу здание снесем. Так. Все, да? Так. Ну, даже не знаю, да или нет. Давайте подумаем. У нас высокая прибыль, ну и чё? Думаете, давайте вот это вот уничтожим. И посмотрим, получится ли тут размещать Лео Омега. Да, получится, отлично. 30 тысяч. Придется снести пару зданий, но... Наука требует жертв. Вроде он там расширяться дальше не будет. Ведь тут никакого большого смысла нет. Ну, тут, я думаю, чуть поменьше места будет занимать. С другой стороны, может, тут потом будем реструктуризацию производить. Да? Вот, например, вот эту вот дорогу можно удалить. Зачем она нужна? Так. Тут вроде и так все можно проехать. Ну да, кстати. Хорошая идея. Так что давайте вот сюда подожмемся лучше. И чё у нас тут? Давайте нас ознакомьте, чем мы тут можем. Местные поставки сырой нефти работает, работает и руда. Ух, кстати, они делают... Давайте посмотрим. Во-первых, карта Омеги. Непонятно, что это такое. Давайте взглянем лучше на карту благосостояния района. Так, стоимость земли, да, он понижает. Ну и ладно. Невелика потеря. Так, здесь что-то можно набавить. Господи, да здесь еще как можно надбавить. Так и знал. Вопрос только куда? Надо ли в упор это все делать? Или можно где угодно? А чем проблема-то? Текущих грузовых Омега. Они, то есть, как бы должны в упор, что ли, подтягиваться? Ну ладно, в любом случае, надо вот эту дорогу снести. Я бы ее так снес. Так, стоп. Вот так вот. Вот так вот. И тут все машины исчезают, превращаются в лес. Это волшебство, детка, это будущее. Так, ну что, теперь можно? Да, смотрите, можно. Походу, тут, видите, в небольшом радиусе можно будет строить. Не знаю, если я вот этот вот центр уничтожу, то, ну, у меня исследования сохранятся, или он должен быть обязательно? Потому что может так случиться, что у меня, например, вот эти все штуки обесточатся, и я не смогу им пользоваться. А, слушайте, конечно, он же вроде генерирует эту штуку. Наверное, я так думаю. Он вроде генерирует там какой-то сигнал. Да, видите, передает сейчас 16 тысяч. Так что да, мне эти финтифлюшки нужны все. Но вот Биг Беном я не очень дорожу. Да и вообще, так давно тут не играл, что я уже не особо ценю то, что я до этого построил. Поэтому, ну как бы, ценю, но не так сильно. Поэтому я могу просто смело избавляться тут от всего. Ладно, ускорим темп. Че, у нас вроде больше ничего такого любопытненького-то нет. Там все дела, что-то там кто-то жалуется. Но пока петух не клюнет. Че нам париться, правильно? Угольная шахта. Нет, это все ерунда. Так, и что у нас дальше будет? Предприятие Омега. Омега или переводит ресурсы к себе в город. Воу-воу-воу, полегче, полегче. Нам нужна руда. Вот с рудой у нас, по-моему... Нет, смотрите. Сырая нефть. Омега произведено за вчера. Нет, нам нужна руда. Ребят, это круто, конечно, вам нужна руда, но вот... Завод Омега... Хочет помочь нам разбогатеть. Производите Омега из сырой нефти и сырой руды. Самолеоны потекут рекой. Стоп, подождите, это не то. Надо вот сюда зайти. Так. Производство поставленной Омеги быстрее. Ваш производитель настолько ускоряет, что придется следить за тем, чтобы качество сырой руды и сырой нефти были достаточным для удовлетворения потребностей, все дела. Ну, руды у нас, по-моему, действительно нет. Хотя мы где-то тут... Построили завод, да, вот товарный склад. Да, и смотрите, действительно нет тут руды. Давайте сделаем так. Стоп, а где руда-то вообще? Импорт-экспорт, все что угодно, но руды тут нет. Я что-то забыл, а где руду брать? Руда. Господи, что за руда? Я что-то запамятовал. Что такое руда? Так, стоп, 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 стоп. Добыча. Плавильный завод. Угольная шахта. Ну,
Вау, смотрите, у нас даже уголь тут есть в городе. Ничего ж себе. Это... используйте уголь... Наше место... Вы вырвите угольное сердце земли и превратите его в звонкую монету. Уголь — это случайно не руда, которая нам нужна как раз? А, я понял. Мне, наверное, надо было построить специальную штуковину. Так, значит, так. Это у нас металл. Давайте его снесем. Стоп, не так. Сначала сюда зайдем и тут снесем. Так, это у нас хранилище металла. Да, давайте его уберем. И добавим хранилище руды. Вот он. Кстати, уголь — это другая тема. Поэтому вместо хранилища использую... Так, а где ее вообще находить, как говорится? Давайте ее... импортировать в страну. Так, импорт. Окей. Так, это есть. И теперь, значит, сюда также давайте пусть нефть поступает. Не знаю, кстати, почему она еще не поступает. Почему она тут еще не нашла своего производителя. Но мы это скоро уладим. Давайте как сделаем. Все равно у нас же тут с этим проектом ничего не клеится, да? С рудой, с нефтью. Так же давайте прекратим поставку. Так. И получается, что нефть у нас только в одно место сможет направляться, как я понимаю. Так, омега. Лё омегик. Нам нужна руда. Кстати, странно, что тут еще... Непонятно, почему... А, это произведено. Ну да, давайте, нефть сюда привозите. Вы чё? Кукушки, что ли? Да, вот. Нефть есть. И... О, пошло-поехало. Так, и что у нас тут есть-то? Трубопровод добывающего блока. Подключите добывающий блок к этой трубе и доберитесь до труднодоступных мест. Господи. Добытая сырая руда и сырая нефть отправляются по этому трубопроводу для использования исключительно на этом заводе. Что? Вы о чем вообще? Ха, я не знаю, что такое. Дроносборочная линия. Начните сборку дронов на основании процессоров. Ой, их надо покупать. Дроны прилетают в жилые дома и становятся дронами-покупателями для жильцов, превращая их дома в подписчиков Омега Ко. Жилые дома, которые дроны-покупатели вставляют, становятся золотыми участниками и начинают приносить вам удвоенный доход. И чё? А это чё? Площадь для СВПП-филипюпфе. Получайте ресурс мирового рынка посредством вот этой штуки. Не попадает в пробки, очень надежный. Вот это хорошо, кстати. А что нам надо? Наличие предприятия, и нам нужен отдел коммерции, да? Это, наверное, вот этот. Нет, стоп. Где отдел коммерции? А, конечно. Отдел коммерции у нас вот тут. Произведите 1000 всякой фигни в день, и тогда вы сможете построить отдел коммерции. Получите всего доход от франшиз 5000. Что за франшиза? Так, произведите самолеты. А как, что за франшиза-то? Стоп. О, во-во, вот это хорошо. Так, а вот это что? Ладно, давайте вот тут нажмем. Инфо. Первые поставки вряд ли принесут вам прибыль. Когда заводы уже ассимилированы, превращены во франшизы, город начинает получать прибыль с франшизодержателей. Доходы от франшизы варьируют в зависимости от типов здания. Высокотехнологические предприятия приносят максимальную прибыль. Заводы франшизы могут превращать магазины во франшизы. Так, заводы потребляют несметное количество сырой руды, сырой нефти. Добытые его с помощью можно не покупать на раву. Так, отправлять тяжелые грузовики, отдельный робот. Короче, нам, как я понимаю, нужен промышленный район. Развитый, а он у нас вообще фитифлюшный. Да, видите, у нас ни одного нет вообще. То есть пространство под них есть, но заводов по факту нет совсем. Ну что, пора жертвовать нашим доходом, пора жертвовать нашими всякими там... идеями другими, которые мы развивали. И все во благо новым фишкам этой игры. Ну, правда, надо подумать, как жертвовать и какие у нас последствия будут. Энергии, мама, не горюй. Воды не хватает, кстати. С водой у нас траблы. Водонасосная станция. Я ее, по-моему, отключил, да. А вот эти ребята тут уже, да, забиты полностью. Ну,
Можно вот эти использовать еще штуки, потому что, в принципе, у меня в городе еще есть где что подобывать, как видите. Но все равно они со временем кончаются. Но все равно надо это все сделать. Пусть они и портят это впечатление, но все равно вода нужна. Не хотелось бы, чтобы она вдруг взяла и закончилась там. Так. И... Так, здесь все хватает, электричество хватает. С какашками у нас как? Кстати, с какашками у нас тоже траблы, видите, тут не справляется станция. Бум-бум-бум. Что делать? А, давайте посмотрим, может, с соседями можно как-то договориться. Так, бум-бум-бум. Какашечки, где вы у нас? О, купить, отлично. Воды и так покупаем. Все мы и так покупаем. Так, ладненько. Все к нам, походу, едут учиться почему-то. У нас, по-моему, даже университета нет. Или я что-то не так посмотрел. Ну да ладно. А, что у нас тут? А, совершаются преступления. Преступность возрастает, пожары. А что это вы не справляетесь-то, ребятки? Максимум забит, что ли? Да не, есть еще что. Вы там это самое. Не балуйте. А, ну конечно, когда... Тут такая фишка, что когда строишь... ангар для дрона коп. Тут такая фишка, что когда строишь... Вот так, кстати, надо сделать. Пусть будет. Такая фишка, что когда строишь казино, то очень преступность возрастает. И поэтому, ну, расходы, соответственно, тоже на это дело, чтобы бороться с этим делом, точнее. Нам нужна руда, так? Получается, что нам нужны франшизы, которые мы получаем за счет того, что у нас есть заводы. Также? Да, также. Так, ну что ж, тут можно придумать... Можно вот тут отрезать этих ребят, да, чтобы они не толкались. Пусть вот так вот в обход объезжают. Здесь освободить пространство. Под все это дело. Вот так вот. Так же? Да, вроде жестоко, но справедливо. И вот так даже, наверное. То есть, а тут они там снизу, да, едут куда-то туда. Ныряют, тут выезжают. Да, мы можем вот так вот пофиксить все это дело. Туристы тут, конечно, немножко обломаются, но да ладно. Спортцентр, доп. Реальность, да. Удаляем. Стоп. Вот эти тоже надо вернуть. Стоп. Ты смотришь назад, но что ты можешь вернуть назад? Так, ну давай же, господи, удаляйся. Бам. Бам. И аккуратненько. Бам. А прекрасно. Мха-ха-мха-ха. Ну что ж, ладно. Давайте и заводики строить. Так. Так-так-так. Давайте как-нибудь... Я даже не знаю. Вот. Стоп. Так, например, сделаем. Тут что такая музыка-то зловещая. Прям какая-то печалька. Прям вот вообще печалька-печалька. Ладно, неужели придется использовать порцию уродства? Но, похоже на то. Так, я думаю, как-то вот так, может быть. Ну, хотя не, нормально, не скажешь, что прям уродство. Так, и жум-жум-жум. Здесь, наверное, будет домик. Вот так вот, может быть, даже не знаю. Не, вот здесь вот так будет немножко. И вот так вот чуть-чуть. Да, ну, думаю, сойдет. Давайте проверим. Так, заводы. Так, так. И вот так вот. Отлично. Так, и вот здесь вытягивать. Вытягивать, вытягивать, вытягивать. Все, наверное. Добро пожаловать. Вот эти надо, кстати, тоже убрать. Нефиг тут людям обычным жить. Так. Оу, я же сказал убрать. Что за дела? Почему мои приказы не выполняются? Бла-бла-бла-бла. Всех снять с должности. Так, так. Тут вот домик надо пофиксить. Вот этого... Чё-то мне как-то не нравится эта идея. Кажется, там внизу как будто что-то лишнее есть. А, есть, есть, есть тут кое-что лишнее.
Какой-то пруд не нужен. Вау, такая штука сразу появилась. Так, и давайте попробуем. Вообще же, по идее, эти штуки воздушные мешать будут. Ну и ладно. 86 тысяч все равно, кстати, осталось. Нам нужна руда. Жлимли-друмли-друмли-дру. Так, закусочная. Что за дела? Удалить ее! Сжечь ее! Так. Чик-чик-чик. Пом-пом-пом. Все, с этим разобрались. Кстати, время надо ускорить. Давайте глянем. Что-то у нас совсем не идет руда почему-то. Не знаю почему. Вроде заказываю ее. Грузовиков тоже вроде полным-полно. Что-то она не идет. Давайте вот так нажмем. А, так. Нет, наверное, тут он не показывает руду. Не знаю, может, она действительно не заказывается просто, но что-то как-то странно. Руда-то нужна. Что у нас тут случилось? А, требуется ремонт, да, это мне надо нажать. Отлично. Так, а здесь что? Что вам не нравится-то? Нужны жилые, да фиг бы с ними. Это же виртуальные люди, пусть жалуются. Они сейчас пожалуются, там что-нибудь случится, и им уже. И они уже счастливы. А нам надо развивать дронную промышленность. И, господи, у меня будут дроны летать по городу и всех развлекать. Я копался у себя во дворе, и вдруг из земли появилась какая-то черная жижа. Что? А, недостаточно места для увеличения плотности. Какая у тебя там черная жижа появилась? Да, у нас с какашками тут алло, проблемики, манифики. И влепить больше некуда эту штуку, так что терпите. Терпите, какашки у вас во дворе. Так, большие тут пробки. Вот это я вообще не понимаю, зачем тут. А, наверное, если я это удалю, то здание какое-нибудь удалится. Да нет. Странно. Ладно. Окей. Так, народ тут, конечно, толпится бесспорно. Ну чё, где руда-то, господи? Местные поставки, да, давайте. Хранилище вроде не забито. Я же все правильно нажал, да? Вот руда. Импорт, погодите. Экспорт это к нам. Нефть это импорт. Это мы на экспорт. Давайте вот эти на экспорт еще. И вот это на импорт. Все правильно стоит. Так. Видите, никак не забьется. Импорт, импорт, импорт. Подождите, экспорт это мы отдаем. Ну, импорт, значит, нам должны переводить. Господи, да где они? Ничего не понимаю. Что-то здесь нечистое. Нам нужен Шерлок Холмс, чтобы проследовать, в чем тут дело. Шерлок Холмс, вызываем тебя. Итак, я прибыл. Что у нас тут? А, у нас еще один товарный склад. Господи, ничего ж себе. Ладно, это хорошо. Помог нам Шерлок Холмс. Что у нас тут есть? У нас уйма нефти. Бесполезный фактически. Потому что нам ее поставлять некуда. Так, здесь, наверное, уже забилось, да? Все под нефть. Нет, до сих пор еще не забилось. Господи. Так, а грузовиков у нас тоже максимум. Ну, давайте тогда... Хранилище металла. Это... Ну, давайте одну нефть берем. И добавим руды. Так. Да, отлично. Так, ух, смотрите, у нас тут пространство есть. Пространство, люблю пространство. Кстати, так, давайте взглянем. 127 тысяч, ничего ж себе. Мама, не горюй. Что нам делать? У нас 7 миллионов. Господи, мы же вообще тут на всех наплевать. Но мы не будем это делать. Пусть люди будут счастливы. Так, стоп. Надо вспомнить, где тут как что смотреть. Да, вот рабочие. Промышленный груз. Бум-бум-бум. Покупатели. Так. Да, покупатели. Значит, так. Покупатели у нас удовлетворены. Рабочие. Открытые вакансии есть. Все товары распродаются. Значит, надо больше их производить. Ну, что-то мне неохота тут, на самом деле, втюхивать эту штуку, но... Почему бы и нет? Почему бы и нет? Тут, правда, скорее всего, будет много дыма. Ну, мы, если что, пофиксим тут. Удалим. Хотя,
Не, не надо, Гашан. Или надо? Правда, блин, ну два завода, это как-то совсем вяло. Как по мне. Это больше, больше заводов! Может быть, вообще вот тут вот, знаете, сделать? Кстати, видите, я тут парки понастроил. Зачем, спрашивается? Ради вот этих двух домиков, где они там еще, видите, болеют. Дела идут отлично, обучаются. Давайте взглянем. Открытых вакансий у нас, кстати, много. Нам, наоборот, людей не хватает, так что не... Не катит, не катит. Нельзя удалять жилые постройки, как ни странно. Вот. Нам нужно, наоборот, больше народу. Так, здесь мы, наверное, дорогу не можем удалить, как я понимаю. Хотя она фактически бесполезна. Не, можем. Но зачем она нужна? Давайте удалим. Так, и... А это у нас что? А, это Академия наук, да. Да, она тут уйма места занимает. Не знаю, почему я вот сюда не сместил. А, наверное... Не знаю, не знаю, не знаю. Так, ну что ж, посмотрим. Можно ли тут что-то еще из этого всего дела выжить? Так, тут, наверное, мало места, да, будет? Тут какой-то мост нелепый совершенно. Зачем он нам нужен? Так, тут тем более дорога загружена. А, видите, да, он нам нужен. Тут у нас домик стоит. Так, давайте посмотрим, что с этим можно сделать. Нет. Понятно, вот этот вот кусочек мы не можем удалить. Ну, вот это нам, по-моему, вообще не надо. Давайте это урежем. И посмотрим, что из этого выйдет. Ти-ти, ту-ту, ля-ля, пум-пум. Тити. Вообще как-то они странно стоят, да? Вот тут пространство пустует. Давайте это здание снесем нафиг. Вместе с дорогой. Проведем ее заново. Давай. Давай. Мим. Ну ладно, давайте вот так удалим. Так, полиция в стране. Стоп. Вот этот кусочек. Так, отлично. Что у нас тут? Мы зачем-то парков тут понастроили. Особняк Дэвиса. Господи, у нас что-то такая прям дешевая земля. Потом решим эту проблему с землей. Еще успеется. Так, дорога тут, конечно... Понятное дело, мне, наверное, понравилось, что тут под землю уходит. И я такой, надо, господи, надо ее ставить обязательно. Давайте ее лучше не будем оставлять. Пробуем ее туда наверх завернуть. Так. Да, вот так, по-моему, намного лучше будет. Так, только вот так сделаем. Все, отлично. Пусть там народ катает. А это мы удалим. Нафиг. Так. И вот так. Прекрасно. Просто brilliant. Так, и вот здесь давайте тоже удалим. Где у нас там? Вот. Вот оно. Вот так удалим. Так. Тут тоже удалим. Тяжелые домики. Лишние совершенно. Так, и все, да? Вот это нам надо тоже снести. Давайте как-нибудь тут сделаем все более эффективно. Так, а здесь, наверное, все равно места толком и нет. Так, а если... Подожди, как нам лучше сделать-то? Значит, давайте вот параллельно этой, наверное, так проведем. Здесь будет пространство. Нет. А, мы только параллельно можем вот так вести, да? Так, давайте... Стоп, еще. Ну, в принципе, наверное, мне кажется, мы то же самое делаем. Или нет? Да, давайте только дальше сделаем это. Пусть будет то же самое, но дальше. Ну, вот так, конечно, хорошо, но мне бы не хотелось, чтобы она тут вверх поднималась. Суть, конечно, будет загруженность дорог. Подождите, она, по-моему, и так тут вверх уходит, да? Все дела. Нам нужно, чтобы она прямой была. Вот так сойдет, я думаю. И что еще? Так. И вот сюда вот нам вот так вот надо. Не-не-не, чтобы грунт не калечился. То у нас тогда там
ничего не появится. И вот здесь тоже. Стоп, грунт, не калечься. Так. Ну, можно вот так сейчас сделать. Так. Стоп, мне так не нравится. Вообще не нравится, смоется убого. Так, давайте лучше сделаем вот как-нибудь вот так вот. Вот так вот сделаем. И вот здесь такая будет пусть дорога, которая будет сюда подсоединяться. И вот здесь... нет, тут, наверное, уже не получится ничего сделать. Она вообще куда-то вверх смотрит, надо ее удалить. А, нельзя удалить, я понял. Я понял. Ну ладно, пусть тут будет для скейтеров. А мы там прыгать сюда и там и катить, короче. Глупости какие-то. Какие-то глупости, конечно. Так, так. Заводики. Больше заводиков. Так. И вот здесь, наверное, будет гигантский заводище. Или не будет. По-моему, дорога прямой не... Ну, короче, ландшафт тут прямым не получился. Ну, посмотрим. А, нет, стоп. Вот это надо оставить, кстати. Пусть тут будут всякие люди и прочее. Так, сойдет. Теперь, я думаю, сойдет. Так. Тягать, тягать. Швибли-дубли-ду. Ладно. Пусть-кай будет тяг. Ну что? Давайте, господи, давайте скорее. Где у нас руда? Объясните мне. Что не так? Просто объясните, что тут не так. Эх, ёшкин как Люшкин. Во, повезли руду наконец. Аллилуйя! Нам везет руду. Аллилуйя. Вон, кстати, смотрите. Сплавы. Вот руда все не доедет никак. Стоит там в пробках, но степ-бай-степом она приближается к нашему городу. 1, 2, даже целых 3. Да, нам должно этого хватить. Там, наверное, еще едет, да, 4. В общем, пробки пробками, но дела делаются. Это хорошо. Осталось дождаться вот этими вот штуками, когда тут обзаведутся. 100 тысяч, господи, сколько у нас денег-то? Так, сплавы мы металлы поставляем. Не, металл мы на не поставляем. Ну и ладно. Ну и фрик бы с врами. Все-таки, ну, я это делаю как раз для того, чтобы там построить все-таки эту штуку, потому что невозможно. У меня план такой, что вначале я хочу вот это вот развить дело. Тут поставить дронный производитель, или как он тут там называется, завод по производству дронов, чтобы у меня все это дело летало по небу и, в общем... Дроны, что были всякие, и дороги тогда разгрузятся. Я надеюсь, что это поможет тут с трафиком. Может быть, если будет трафик попроще, да, то тогда и поставки туда будут поактивней. И, может, что-то мы даже сделаем с этим аэропортом, наконец-таки. Так, а тем временем давайте, кстати, взглянем. Нам соседям не нужно там помочь лишним миллиончиком. Так, здесь 51 тысяча есть, тут 1 800 000. Да вроде все в порядке. Кстати, требуется мэр. Два чувака покинули игру. И здесь, кстати, требуется мэр. Три города из свободных. Garden Valley. Не хватает угля. Добро пожаловать в нехватку угля. Так, здесь мы, по-моему, вообще ничего еще ни разу не произвели. Но зато он мало потребляет. Это радует. Это радует меня. Чё у нас тут? Да все нормально вроде. А, проблемы с водой. Какого лешего у нас проблемы с водой? Решить проблемы с водой! Так, давайте вот тут вот поставим. Все, мы в плюсе, ура! Что? А, утиль сырья в день. Воу, да тут что-то горит. Уничтожить его. Глупое здание. Так, что-то у нас тут не хватает с автобусами, да? Остановки не подсоединены к дороге. Что? Где? Все, уже все в порядке, да? О, кстати, да, с автобусами. Давайте тут влепим. Так. Так. И шпилевили. Ой, шпилевили тут.
Так. Шпилевили. Шпилевили все вроде, да? Больше негде их ставить. 4 минуты они ждут. Класс. Вот, отправьте 50 горожан. Немецкая эффективность. Класс. Класс. Просто отлично. Просто великолепникус. Что у нас там осталось-то? 73%. Ну ладно. Нам нужна рудя. У нас нет труди. Вот у нас есть труда. Смотрите, кстати, только и всего-то, да, двадцаточка? Но, по сути, больше поставлять-то его некуда. Давайте, может, вот эту пока штуку влепим. Производство больше ящиков в день. Давайте посмотрим, что эта штука делает. Нам нужна руда, господи, нужна руда. Ну, зато больше будет производить. 60 тонн, да, сколько это может содержать? А, это всего 20 может держать на одном складе. Так, значит, а с нефтью как? С нефтью у нас... Так, стоп, подождите. Вот это мы должны экспортировать. Так. Ну, у нас что-то... Видите, у нас какая-то проблема с пробками непонятная. И... Что-то как-то тут не склеивается, в общем. Непонятно все это дело. Жалко, я не могу просто его снести нафиг. Так. В чем же проблема-то? Господи, видите, они сюда что-то едут, уезжают, выезжают. Походу, нам надо вот это все дело закрывать. Потому что иначе они тут ничего делать не будут просто. Будут там эти машины стоять, и у нас в итоге не хватает грузовиков, чтобы поставлять нужные ресурсы. Да, трафик у нас хороший, даже в ночное время. Так, ну, конечно, мы никакие бонды не должны. Доход есть. Вау, красивая штука, смотрите, какая. Давайте глянем, может, что новое появилось где-нибудь... Так, плазы, шпазы. Вот это, кстати, прикольная штука. Чтобы у нас в городе летали дирижабли. Можно ее построить. Не знаю где. Она, конечно, ему место занимает. И фактически ничего не дает. Ну, пусть будет. Чего бы и нет. 700 в час, о, господи. Ну, ладно, что, пускай. Зато у нас тут будут подниматься в небо дирижабли. Насколько я помню, если это то самое. О, смотрите, тут что-то у них перегорело. А, нет, это сервер. Прикольно. Что за сервер? Парк славы, а что за сервер-то? Что-то я не понимаю. Воу-воу-воу, это все круто, но... А, парк славы. Не, все равно не понимаю, что это за сервер? Какая-то фишка, наверное, какой-то прикол. Сервер 1. Это, наверное, прикол над теми временами, когда эта игра толком не... Ну, были проблемы, в общем. Ну, походу, она никаких не может приносить плюшек, кроме того, что она запускает вот такие вот прикольные воздушные шарики разных типов по городу. И они летают и радуют. Радуют. Радуют они. О, смотрите. Прикольно. Розовый дым, и видно, куда он тащит. Все, пошло. Поехало производство. Господи, мы наконец начали производить эту тему. Хотел сказать хрень, потом подумал. Может, это и не хрень вовсе. Так. Во. Салон красоты? Вы что, прикалываетесь? Что за салон? Завод салон красоты. Смотрите, кстати, круто выглядит здание. А, вот, видите, да, оно такое уже, ну... Не то, что как бы будущее футуризировано, оно не просто футуризировано, оно такое омега футуризировано. Какие-то турбины стоят, не кислый, да, завод красоты? Жесть. Отлично, вообще. Все дымится, все бурлит. Швибли-дубли. Прям какая-то дюна. Кто контролирует арахис, контролирует вселенную? Так, что у нас еще есть где? А видите, а тут такие заводы современники, там добренькие строятся. Почему добренькие, Гашан? Потому что они злые. Но современные. Это да. Так, и здесь, наверное, тоже. Так, и чего? И сколько? И почему? У нас тут... Что еще у вас там? Сломалось что-то? Да, смотрите, сломалось. Ой, еще как сломалось. 78 тысяч. 14 тысяч. И 22 тысячи. Копейки, подумаешь. Так, что еще? Угу! Да у нас тут проблемы с пожарными. Ребят не справляют своей работой. В чем проблема? Пожар, мы уезжаем отсюда.
Еще бы. Пожарные, вы что? Вы что, совсем что ли там? Или погодите, или у меня вообще где пожарка-то? Пожарные не успевают. Подождите, она... Не, у меня есть, по-моему, нормальное пожарное депо. Или нет? Походу, вот это мое пожарное депо единственное. Почему же у меня проблемы с пожарами? Дайте-ка подумать. Походу, нам надо строить нормальный... нормальную пожарную часть. Вот где-нибудь здесь. Да, давайте. Влепим ее тут. Бабах! Так, закрыт на работу, все дела. Дроны ж... Дроны. Так, гаражик. Можно где угодно, по-моему, втыкать. Так. Диспетчерская башня. Отлично, отлично. Так, офис пожарной инспекции. Что он делает? А, да-да-да, хорошая вещь. Предотвращает пожары, все дела. Гараж для машин использован в промышленных пожарах. Вот это тоже крутая штука. Так... Пожарная площадка для вертолета. В общем, этот мэн у меня сейчас будет дичайшее количество денег жрать. Но, почему бы и нет? Почему бы и нет? Флажки, вот это вот очень важная тема, Гашан. Так. Еще 400 в час. Все благодаря туристам. Так, давайте подождем, пока она тут на работу. Кстати, 5000 жрает, да, это у нас... Ну, кстати, тоже 1000 жрает. Потому что мы ее закроем и все. Проблема решена. Чего вам надо-то, кстати? Мы хотим строить фейерверк. Давайте. Кое-что загорится. 50 тысяч. Ну, давайте. Так будет даже веселее. Главное, чтобы тут на работу успели устроиться, ребята. Ой, погодите. Проблема. У них, видите, они будут вот отсюда выезжать. Значит, им придется каждый раз, реагируя на пожар, долго тут все объезжать. А мы не можем их дорогой соединить? Я думаю, что нет. Да, к сожалению, это невозможно. Ну ладно, ничего не поделаешь. Все горит, все бурлит. Воу, все, заработало. Давайте еще один вертолет сделаем для них. Крутая штука, на самом деле. Когда он с неба все дело тушит. Вот. Ой, смотрите, тут большой расход воды получается на эту штуку. Так что давайте добавим еще одну водонапорную башню. Как раз рядом с этим зданием. Так, ну что, тут мы более-менее все разрешили. Тут у нас все хорошо. Мегабашни приносят. Специализация приносит. Отлично. Что у нас тут? Омега, производство сегодня было. Так. Вода, мусор, пожары. Все, наверное, теперь они справятся, я думаю. Со временем. Уровень разрушен. Немедленно починить. Так. Все, да? Нет, еще не все, Гашан. Я шо? Или все, погодите. Да, это просто недовольный. Просто недовольный. Подумай, что же мне. Кстати, давайте нашим союзникам. Союзникам, Гош. Гашан, ты играешь сейчас не в этот. Ну вы поняли. Не в Европу. Так, огнеустойчивая, огнеупорная машина. Вот этих парочку. И начальник пожарной станции. Тоже, судя. Вот здесь, по-моему, все вообще нормально. У Дацки происходит. Но все равно давайте ему поможем. Чем можем. Я же сказал, вот сюда. Так, вертолет ему отправим. Вертолет тащит. Все, прекрасно. Отличненько. Просто brilliant. Ладно, сердечко, конечно, знатное. Ну что ж, благодарю за внимание. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будьте счастливы. Всего вам доброго. До новых встреч.